Не надо довольны? Всего? Ну, видно, что вообще... Не, когда мяч не был, он не мертвый. То есть там всегда там... Я... Ты просто водишь сколько там машин. На двушке сидишь уже, знаешь, сколько? Лёшка! У тебя сколько? Тоже два. Но я не играю хотя бы. Ты поэтому не на поэтому все два. Я там где? Ты попробуй после отпуска поиграть. Ты куда? Не, я уже даже... Меня тошнит уже от нее. Сдвиньтесь чуть-чуть. Сдвиньтесь чуть-чуть, чтобы... Руки чё? Первый ряд, руки на колени, чуть-чуть вперед сдвинь, чтобы на спинку не опираться на пол стула. Теперь второй, третий ряд. Скажи, как ты держишься? Это что, ладно, это все лирика. Ты как держишься, скажи? На плаву вообще, что ли? Бабуры. Бабуры. По-разному. Мяч смотреть, нельзя на этот мяч смотреть, не то что не надо, нельзя. Только вы будете смотреть на мяч, все, вы проиграете. Быстро, быстро. Да, Данил, все, Данил, да, 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 окей, окей, спокойно. Хорош, Самов, да, 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 ход и все, смотри. Зачем сейчас идешь, скажи? Ну я вижу, что он не успевает. Подожди, подожди, подожди. Давайте этот момент обсудим, я, а? Если высокий будет. Это важный момент. Ты его накрывал? Да. Тогда для чего выходишь? Смотри, ты остаешься в воротах. Он и так тебе придет. Но ты когда выходишь и он задевает, у тебя уже шансов нет. Он может спотыкнуться, мяч может тихо покатиться, удар не получится.
Пока мяч ворота не пересек, не сдавайтесь, пожалуйста. До конца играйте. Хорош, хорош, хорош. Ну что здесь делать? Как твоя зона? Да, Саня? Да, мяч пришел. Ну, зато не сел сейчас, зато на ногах был. Да, вот тут руки держите, ребят. Когда близко, руки здесь держите. Хорош, хорош, хорош. Вот что надо. Ребят, вот здесь такие моменты покажу. Многие вратари уже разворачиваются сюда. Все, здесь уже. Здесь закрывается. Все правильно, Саня. Савельич. О, как здорово, Савельич. Англия. Похоже. А это Савельич. Да, подальше, конечно. Да, молодец, что пытался. Молодец. Даник! Раз сложный момент. Да, Николай с Савельичем идут. Ты вроде можешь. Ну ты вот так, ждешь, да. Это вот, если вот это научишься вот здесь, да, вообще будет легко, Саша. Потому что мяч идет, готов. Удар, стойки, прыгнул. Взял, ну сделал вообще. Это и есть вот топ уровень, да, когда вратарь все делает в сложной ситуации правильно. Здесь. Ты Центрально. Сейчас вам легче. Вчера мне легче было. Да, тебе сложнее. Да не, право, влево надо было. Давай на три кувырка, подожди. На три кувырка, давай. Давай, ладно. А если центральные, то три каждый. По рукам один. По одному. Давай. Да? Давай. А на что играть? На кувырки. Центральные, Володики, три кувырка. Боковые по одному. Если двое забивают, то это суммируется туда. Да, суммируется. Все, поехали. Давай, я первый там начинал. Да. Идем. О, ты, шло ты как, а? Ой, это близко. Да, нет. Это один кувырок. Один, да? Подожди. Спеши, Андрей, концентрация. Бывает. Да, ну, ай-яй-яй-яй-яй. Ребята, куркнулся два раза. Дюк, что такое? Так, ну надо взять воровку. Да ну нет. А ну в центр попадите, а! Он прям уйдет, да, да. Ничего себе! Как голь. Хороший есть, голь! Есть, есть, верхом. Нет, верхом за два! Очень красиво, да. Фантастика. Просто фантастика. Все, я вне зачета еще один удар. Ну если попадешь, все, спишем. Нет. Да что-то надо забирать, ребят. А? Да, что?